Около кинотеатра «Искра» продолжает свою работу ярмарка, на которой можно купить не только продукты питания, но и товары для дома. И, конечно, обновить гардероб. Как обычно, здесь представлены разные элементы одежды. Разновидное количество моделей, как женских, так и мужских. Шорты, брюки, бриджи – все идет в ассортименте. Приходите, будем рады вас ждать. Цены на мужские и женские брюки приятно удивят. Многие продавцы приезжают в Видное не в первый раз и уже имеют постоянных покупателей. Мы часто приезжаем в Видное. Нас устраивает отношение покупателей. Все такие адекватные, очень хорошие, не жадные. При желании к новой одежде покупательницы подберут модный аксессуар в качестве украшения. Бусы, перстни, броши, браслеты. У нас серебро, натуральные камни, армянские изделия, турецкие штаны, кофты, авторские пальто, платья, куртки, куртки Турция, Италия. Кроме иностранных товаров есть и российские, например, тамбовский трикотаж. Ночные рубашки очень хорошие, никакой синтетики, полиэстера у нас нет. Люди любят очень нашу продукцию. Все продукты питания, выставленные на продажу, свежие, высокого качества. Цены отличаются от магазинных. В основном здесь представлена домашняя продукция. Популярностью пользуются белорусские колбасы. Есть очень много сыровяленых колбас, которые киндюк, вот, например, разные, рублевская, новая, минская. Все колбасы натуральные, очень вкусные. Также рекламирую всем нашу колбасочку молодечная, белорусская, ливерная. Чайная, ливерная колбаса – это тоже очень вкусные колбасы, хорошая доступная цена и натуральнейший вкус. Естественно, в летний сезон все стараются употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов. У нас сейчас свое домашнее – картошка молодая, огурцы, помидоры, облепиха, вишня – все ягоды наши домашние. Остальные – крымские идут, перские, нектарины, абрикосы. Все вкусное, все нас знают, все ждут. Чаю на ярмарке всегда большой выбор сладостей от азовской кондитерской фабрики. Каждый найдет себе что-то по вкусу. Это наша знаменитая халва, пастила, мармелад, рахат-лукумчики. Качественная продукция, очень вкусная. Покупатели любят. Также в качестве альтернативы сладостям можно купить мед разных сортов. Каждый из них обладает целебными свойствами. Ну, липа классическая, стандартная, простудные заболевания, вирусные заболевания. Ну и так для иммунитета. Тем более, вчера был медовый спас, сейчас неделя медового спаса, так что приглашаем вас, покупателей, за медом. Особый интерес вызовет алтайское паровое варенье, которое готовится по специальной рецептуре. Это принципиально отличается от варенья тем, что все витаминки находятся внутри ягоды. И самое главное, мы не используем сахар. Мы используем яблочный пектин. Обращаем внимание, что ярмарка будет работать до конца недели. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.